Голубое топливо в Заволжье будет подано до конца этого года. Строительство поселкового газопровода на завершающей стадии. Реализацию совместных проектов Чувашии и корпорации «Газпром» обсудили на прошедшем в Чебоксарах оргкомитете по подготовке к юбилейным датам. Сегодня у нас действует программа газификации газоснабжения на период 2016-2020 год. В результате за этот период уровень газификации республики был повышен на 25%. Сегодня он превышает 93%. Это почти рекорд. Может быть, немножко еще там в татарской, в Татарии там уровень повыше немножко, да, или там на Северном Кавказе в некоторых республиках. И касаясь уже инвестиционной программы самого «Газпрома» по газификации Заволжья через Мариел, они работы, все те, которые должны были сделать, сделали. Дальше потребители, синхронизации, все это делается. И «Газпром» всегда выделял средства и выделяет на разные мероприятия по тем программам, которые есть у «Газпрома». В этом году уровень газификации в Чувашии должен достичь 100%. Такая задача определена в приоритетной программе, которую в республике реализуют совместно с федеральной корпорацией. Заместитель председателя правления «Газпрома» отметил, что свои обязательства региональные власти выполняют. Еще один перспективный проект – развитие рынка газомоторного топлива. Это сегодня очень экономично, экологично. Но вы знаете, что цена на газ, на природный газ, даже в таком компримированном виде, по сравнению с дизельным или с бензином, в 3 раза ниже. Сегодня цена на газ, качество топлива, составляет 16 рублей 50 копеек. Да, бензин, вы знаете, там под 50 уже состоит. Чувашская республика тоже примет участие в проекте. В ближайшие годы в республике планируют расширить сеть газозаправочных станций.